Подожди, а мы там что, должны сидеть, что ли, в этом гараже? Вокруг него где-нибудь рассядьтесь. Вот здесь дома неплохие. Вот сюда лучше не суйтесь. Второй крест. Вот где церковь там. Вот туда не суйтесь. Там Зеленки церковь. рассредоточьтесь. Я Пите у крест. них две... Я тогда Туда с можете Агрессом сесть. сяду. Сейчас. Твоя задача распределить отделение вокруг этого гаражика. Так, чтобы к этому гаражику не подошли и могли контролировать вход. Ну, все как всегда. Я понял. Ничего нового ты не услышишь. Может, мне заминировать? Может, ВГС заберем тогда? делайте, что хотите. Забирайте АГС. ДШКМ возьмется. Моя группа. Так, АГС. А у нас есть АГС? Да. Если есть Есть Зушка, АГС, браузу. добро, забирайте АГС, парни. Только чтобы с этой позиции не смогли накрыть наших позиций. Есть Зушка. Зушку возьмет у нас кто? Скажите мне, кто? Скажите, как зовут? Бу! Подождите, а на кой хрен нам ЗСУ, если у нас... У них же техника будет, да? Да, это... БМДшки, по-моему, не помню. Но! Надо заминировать тогда перегрузки, которые к гаражу подходят там с запада. Тимак, Два. это все твое дело, сам решишь, Хорошо, как чё кого. ладно. Так, Эпить. четвертое отделение, вы вообще в адеквате, то есть в первый раз играете, нет? Эпит. Да. Хочешь АКС 74? Да, мне без разницы. Ну ладно. Четвертое отделение, у вас есть командир, и командир должен ответить. Так, я тут. Они или с севера, или с юга. Как красавчик, блин, я почитал это. Командир группы 4 1-1-Д. Господи, я не знаю. Они либо запада, или в с этой востока. группе состоит Витал, Витал, Мальборо, Ветал. Теодор и Гринхольм. Ответьте мне, пожалуйста, кто из вас командир? Ветал. Я все скажу, Ветал. Витал, вы в Эйсе в первый раз? Нет, я за командира первый раз. Хорошо, вы ЗСУ управляться умеете? То есть водить хотя бы? Ну да, умею. А нажимать на кнопочку? W, S, D, никто не отменил. Левая кнопка там. Короче. Цельная кнопка это переключение передач. Блин, я вот не знаю, куда их посылать на ЗСУ. Ну да, тут зона общенька. А какой принцип захвата у врага фруктовой лавки? Что они делают? Пойдите просто взорвать. А, взрываю. После бума, короче. Короче, ЗСУ никто не трогает, ЗСУ остается Чарли. 1-1. По-моему, Д, да? Чем мы с ней будем делать? Я думаю, они съедают. 1-1-Д, останьтесь где-нибудь, я не знаю, вот в этом районе. То есть, Витал, распредели людей, чтобы прикрывали зону. То есть, вот вашу определенную сейчас метку дам. А может их просто в Чарли вогнать дельту? Нет, не надо. Мы за красную зону не можем выйти, да? Да, не вздумайте выйти даже. Так, господа, а то он исчезнет, как да? будут распределены ваши КВ? Умрете. Смотрите, сейчас интересно. Так, группы, ставьте свои КВ, я скажу, кто на чьих КВ сидеть будет. О, господи. Вы, главное, под машину мину не поставьте, а то это будет очень эпично. И сапер взорвется. Если это будет сайвер, то точно 100% он будет готовиться к ЕГЭ до весны. И без армы, без четвертого сервера. Так, КВшки долго ждать будут? Ну, под сайвер сейчас была угроза. Нет, это рекомендация. В милицию заявишь, что ли? Угу. Слил выиграл. КВ так никто и не поставил. КВ, Мелин, поставьте. Командиры отделения. Командиры отделения. Стесняются люди. Итак, узнаем, кто у нас командир отделения. Мне 1-1 А. Вроде репит. 1-1 А. Пулман. 1-1 Б. Тимак. 1-1 С. Репит. Чарли, господи. 1-1 Д. Витал. Так, Тимак, мне требую поставить под Чарли КВ вашей группы. Ой, потом Витал поставит свою КВ. Браво там. Потом поставить свою КВ. Я не буду ставить свою КВ. А ты что, это особенный? Нет, я сейчас хочу, чтобы КВ соединялись на этих. Ну, чтобы не раскидывать 50 групп, чтобы... Сейчас все расскажу. Все. Особая система КВ. Связи. Смотри, мины ставишь, далее за свою метку, там найдешь какой-нибудь камешек или, в общем, зеленку плотную. Твоя задача закрыть, в общем, ну, с собой закрыться от Грудь. Северо-востока, востока, да, да,
делаешь вид, что ты куст, и закрываешься, вот. И смотришь на запад, на минус свою СВУ и на запад, и так далее. Игорек в сети. Не отсвечивать, да? Да, да, он не блестит там ничем. Игорек Осетин, вы должны видеть гараж, вот, который там на юге находится, но не высовываться, чтобы вас со всех остальных сторон не было видно. Вы будете ждать до тех пор, пока противник узнаем, откуда идет. Далее уже. Так смотри, у меня РПГ же. Вот, вы там и сидите до тех пор, пока мы не узнаем, где противник. Если будет боевая машина, ты высунешься и отработаешь. Главное, чтобы тебя не отработали до этого. Да, соответственно, я и Киндман попробуем поставить там АГС и закрывать горы, которые на севере, на северо-западе. Вот. Ну, если там что, будут контакты. По нам работай. Для подавления. Так, но... можно секундочку? Так, как 1-1-Д, ихний командир до сих пор не понял, что ему нужно сделать. 1-1-Д будет сидеть на КВ Чарли. КВ, ой, 1-1-Д, группа, вы поняли свою задачу, что ему нужно на какой КВшке сидеть? Да, поняли. А те, кто не знает, какой группе они находятся, те, кто не поняли, открываете заметки, нажимаете на снаряжение, прокручиваете колесиком вниз и смотрите списки себя, ищете. Справа сверху. Я 1-1-Б, вау. Ты молодец. Я знаю. Вот это поворот. Это белка. Черт. Белка ты брала, да? Не это дай бог. А в чем разница? А в принципе не в чем. Ха-ха-ха. Какая шутка. Так, 1-1-Д на Чарли. Так, Тимак, мы на вашей КВ будем сидеть. Мы 1-1-А. То есть нас два человека, мы на дышками будем в кустах сидеть. Мы будем просматривать то, что выше вас. Так, вот, сдвигал больше. Я сейчас уйду. Здесь такая ночь. Карта, что ну, ты же так особо ты не спрячешь. Да нет, тут по домов туда, к берегу. А, под землю засунуть. Багом. Да, самое страшное, не испугается. Сдвигов больше, два сдвига. Два сдвига делайте для КВ. Так. Самое интересное началось. Надо думать. Когда какую использовать? Самое сложное на войне. Ну, сначала если... первый сдвиг используется, потом второй сдвиг. Мы читаем, мы если... слева направо, кто не забыл. Если в столовую, тогда первый сдвиг используется. Вы до сих пор пишете метки? Частоты? Да. Еще даже скажу, не написали. Понимаешь, что жизнь такая. До сих пор нету. Тимак, мне нужно, чтобы ты добавил к своей частоте еще два сдвига. То есть первый сдвиг, потом второй сдвиг. Как понять, какой сдвиг первый? Читаем мы слева направо, значит, какой сдвиг будет первый? Тот, который слева. Правый. Ага, вот сейчас сказали, кто-то слева, кто-то справа. Вот и думай. Вот и думай. Вот Варьер, по-моему, сказал это. И кто-то еще. Варьер будет на тренировке бегать. А давайте план обсудим, потому что уже хочется начать. Да, план уже почти готов, собственно. Я жду теперь, когда братья Макс сменит свои КВшки и добавит два сдвига к ней. Сделай это за него. Наконец. Сдвиг столового. Говорят, что кодовое слово «столовый» ты делаешь сдвиг. Вот кто-то же не сможет сдвиг выполнить, я уверен. В общем, сдвиг выполняется по приказу командира. Командир кричит с оторванной головой «сдвиг», и выполняет этот сдвиг. Если проверка на знание математики. Сдвиг попроще. Сейчас очень большие числа, да? Так, все, это, спокойно. Инженерный Ворон, ДШКМ мы на себе не... Я здесь, да, окей. Я сейчас с интегралами писать. Так, 1.1c, себе ЗСУ оставьте. Репит, ЗСУ можешь использовать как хочешь. Можешь хоть даже на респе взорвать, чтобы она противнику не досталась. Как тебе душе угодно. Просто я не вижу адекватного использования ЗСУ в этой миссии. Так пускай она постреляет, потом и гранатометчик выносит, который ждет этого. Кого ей стрелять? В БМПху? Чтобы БМПха увидела эту ЗСУ и сожгла два пехотинца в ней? Это не знаю. Одного. Да, на работу. Нет, просто сухо не пробивают, не пробивают. Пускай они сидят, а то в высоту смотрят. Пускай, может, посидят в районе этого. Если ЗСУ совсем самоубийца, может, вот на эту высоту подняться, метка И стоит, и просто просмотреть этот... Зачем туда? Пускай где этот крест? К церкви пускай. Не, репит, решишь сам,
она присвоена к тебе, она сидит на твоей КВ, она приказывает выслушать, так что сам все решишь. Так, командир 1-1С, 1-1Д является репит из нашей, то есть как командир взвода, скажем так, так из нашей Тимака группы и Альфа группы, это командир 1, короче, командир я буду, то есть это обоими группами я имею в виду управляю. Короче, mm-hmm. как деление по фаертимам, в общем. Понял. В американской системе. Нет, кстати, Тимак, это иногда про нас не забывайте, то есть мы можем... То есть если они сзади нас подойдут, мы, собственно, их не сможем. Я смотреть буду на север, выше. Не, ну просто шоу. Если что, вы знаете, вас может с нашей стороны прилететь ДШК, если мы перестанем выходить на связь. Может того. Ну все, план готов? Давно? Сказал, план готов давно. Ну, готов. Что, вообще писали? Фома, а какая у нас КВ у Альфы? А вот надо, собственно, знаешь, где присутствовать? На брифинге, чтобы знать нашу КВ. Ну ладно. А вот теперь угадай, какая у нас КВ. КВ у нас бравый. Тебе угадывать. КВ у нас Ворон. В столовую КВ у нас. Понял. Мы там готовы. Сдвиг, это сдвиг, это атака у нас КВ, браво. А подожди, такая есть КВ? Есть. Нет. Поехали. Минус Т5 нет. Хорошо. Опа, кто-то сдвиги называет, опа. Поехали. КВ а следующий сдвиг куда? Да мы уже давно поехавшие. Это будет 368.2, да? Ветал, у тебя за СУшим тематики. Фоман, я тебя жду. Так, я же сказал уже 50 раз готов. У тебя ЗСУшен. Поехали. Нет, ЗСУ 1-1С будет, она присвоена ей. Да, а кто там вообще? Поехали. Репит сам решишь. Мои глаза, ничего не вижу. Не могу. Все ты можешь, ты просто не пытался. О, ПОМ за 4 штуки есть. Магазин 1 МГС, 2 ДШК, 2 аккорда. И тут что-то тоже есть. Налоги, налоги повезем. Тринка у нас. Всем внимание, у меня граната. Так, Ворон, берем. Прием. Взрывчатку забираю, нам она не нужна здесь. Так, стоп, я мини тренингу взял. Прием. Где тут ДШК-то? Питер. А вы 2 ДШК берете или 1? 1 на 1. Еще корд есть. Вы все разберете? Репит, слева в ящике, или слева в ящике есть магазин для СКС. А, прием. Все, по сигналу. Так, ты слышишь есть меня, Ворон? Помогай мне ДШК. Да, да, сейчас, выйди. Возьми мне, а ладно, сам себе возьми медицинки. Я и так медик. А может корд возьми, прикольнее будет. Нет, корд брать не будем, только ДШК. Ну я тогда припас. Японский город. Я для корда взял. Вот, для ДШК мы взял. Кидман на связи. На поднимаем еще КВ. Вот тогда, короче, выбрасываю магазины. Так, проверка. Не знаю, но нам надо быстрее так крепить. Да, не подходит, согласен. А, ну давай забираем назад. Все, понесли. Да нести-то его. Хим, да, блин. Подожди, сейчас. Давай его разберем, короче. Слушай, в общем, если есть еще магазины для ГС, там... А, нет. Я его разбираю. Спидер. Давай быстро. Так, а что, вы корт никто не берет, что ли? Вот один останется здесь. Я есть? А ДШК? ДШК уйдет один с нами. Вспомню. А второй? А второй останется здесь. Корт, корт свободен, можете сами корт взять. Короче, какой печальный талик. ДШК мы еще один. Понял. Я забираю корт. Питер! Волга, стоп! Что? Кто куда поехал, блин, на Волке? Разбираешь его? Питер! А, да, я забрал, короче, забирай три ногу. Понял. Она не разобрана, слышь? Вот когда да. Сидят, разбери три ногу, но тебе автоматом надо поехать. Только на спину надо положить рюкзак
По-моему, да ты дрожишь, да? Я возьму, Паш. Паш, ты не с нами вообще, ты Чарли. Ты что там делаешь? Ну, с репитом, да? А репит где? Ну, это ваше дело, где репит? Я не знаю, где репит. А я уже... Да, нашел. Все, грузимся. Смотри сейчас, куда нам визуально контакт определить. У меня сетчел есть. Сетчел. Репит, у меня есть пластик. Ник, представим, уже нет. Нет, пластик нету. Так, нам нужно вот сюда людей разместить. Это какой-то баганный экзактор пока. У него двойной вес. Ты через Ace меню выгрузи из него эти снаряды. Куда-нибудь скинь, потому что стрелку надо будет быстро брать, скорее всего. И... У нас, кстати, РПГ-то есть где-нибудь вообще здесь в рядах? Спитера и нукера. Отлично. Да. Просто надо точку определить, где можно заряды брать быстро и все. Они вместе должны быть. Надо здесь пару человек поставить. Спитер. Причем одного поставить в двух колеса. Так, сейчас я скажу, кого сюда определить. Тебе здесь и быть, собственно говоря. Хорошо пристроился. Колеса садись. Вот у брызговичка. Ты понимаешь, что мы идеально подходим для друга? Потому что... Сядь у брызговичка, я посмотрю сейчас с той стороны. У меня двойной вес отсюда. Бага не люблю. Репит, домик он у нас есть за 100 на 180 жёлтенький, такой двухэтажный. Блять. Репит. Репит, у нас домик на 180 есть. Он хорошо так на втором этаже окна открываются и на лавку сразу выходит. Ну, правда, это не поможет, если БМПшка приедет. Нет, они будут же не закладывать, скорее всего, с РПГ. Вот я здесь каштана оставлю. У тебя что, вообще нет снаряда? Репит, а под Урал еще нужно залезть? Вот квас накрыть улицу прям. Или ты на спину хочешь? Хоп, закатился. Хоп, выкатился. Иди посмотри. В смысле? У меня нет. Но. Ты уже рашат. Я понимаю, что они рашат. Возьми свой рюкзак. Нет, тут опасно, Паш. Тут вот. Мы потеряем бойца, у него отхода никакого не будет. Вообще. Сейчас, там спитер, сделать. В принципе, ну. Вообще ты можешь остаться, если у тебя есть желание здесь. Подожди, мне просто все не дай помню. У тебя бочина вся открыта, вот в чем проблема. Бочина твой, в принципе, каштан частично просматривает. Я люблю гранат. Да я услышу, как они топотать будут поэтому по брусчатке. Окей. Ребята, а что вы здесь делаете? Мазу. Двойной. Что вы делаете? Он дает гранаты, сколько ему надо. Взял? Репит, у меня есть идея. Забираю, да? у меня есть пластид. Можно где-нибудь поставить, дистанционно подорвать, когда кто-нибудь пойдет. А еще две. Ну вот если здесь за углом где-то, вот здесь вот. Дымовуху верни. Не, возле вот у опоры, вот здесь где-то. Пиздец. Ну, визуально надо, чтобы видно было, я вот не увижу. Вот видишь, тут такие места. Ну, под леса, видимо, только, да? Такие места, что хер ты увидишь. Да. Спитер. И вот это я увижу. А вот других нет. Ищи место, у тебя же нифига. Вы далеко от лавки не отходите. Там палим. Так, Паш. Так, закладывай, наверное, ее здесь. Я, возможно, в доме в том буду дежурить. Ну ты давай эти не заложишь. Не. Ты закладывай, я тебе просто дам это команду. Вон. Спитер каштан. Ой, каштан. Спитер, ну, вы в здании, в котором зашкелились, вам нужно еще будет смотреть на юго-восток. Если люди пойдут, вот здесь вот арка в здании, смотрите. Там Паша сейчас заложил пластид. Видите? Да. Вот, значит, это дополнительный сектор обзора. Если противник туда будет подходить, Паша... Доложите, что противник недалеко от взрывчатки, и
скажете ему, когда подрывать. Не только заранее скажите, чтобы он знал, что нужно взвести там боевой взвод или что-то. Да-да. Понятно? Все, окей. Закрывайтесь так, чтобы у вас только одна сторона была видна. Только одна. Вдвоем никогда не стойте рядом. Никогда не стойте. Один прикрывает бочину другого, чтобы у вас сектор максимально узкий был обзора, куда вы видите и откуда вас видно. Вот сейчас я по сюда стою, и взрывчатка как раз на этом месте стоит. Я вот стою на лесах, на деревяшке, вот она подо мной стоит. Блин, стоп, на каких лесах? Да вот Паша стоит на лесах. Север, юго-восток. Юго-восток. Что, не видите, что ли? Посмотрите на Соу Ист. Вижу. Я вижу. Все, давайте. Каштан, да, вот так скройся, чтобы тебя только оттуда было видно. Наши вот переходимся. Да, что, на связи? На связи. Так, ребята, меточки на себя расставляем. В общий канал или дополнительный? Дополнительный, в синий. Да, в общий. Варьор, ну, на крыше занял место? Варьор, ты на крыше? Ну, на нижних, так сказать, на лице. Ты мне там абсолютно не нужен, уходи. Тебя далеко видно и... Ты особо не мобилен. Спитер, юг просматриваю. Я восток. Так удобно туда встать. Ты встань, чтобы я тоже видно видеть. Амид, куда он опластит, что кто-то забудет, где он находится? Варьор, просматривай на восток. А, нет, зайди за плетенку на юге от лавы. Но с северной стороны, то есть. Просматривай на... Нуклеер. Что там? Что? Ты видишь пласти, да? Да. Окей. Чем мне их видеть? Главное подходы видеть. Нет, главное пласти. Как это громко? Это мы это живо вижу. А чё? Говном воняет. Я обосрался. Это было близко или где? Это не по нам, это... Я над... просто стою в стенку смотрю. Это над нами пролетело. Ну, повеяло все равно, чувствую. Ко мне сзади там может прикрыть. Варя, у тебя курс там прикрывает. Броник. Слышишь, как они проходили? Всем нашел. Хватит перезаряжаться. А почему у ВЭшки на 100 метров дальше можно поставить эту
типа планку, ну, прицельную, чем на ВЛ. Я спитера прямо здесь слышу, у себя под уровнем. Извините. Бэмбер, кажется, спитер, где создание, ничего там не видно, бэмбер. Не смотрю, пехоты много. Не вижу. Кстати, ничего не видно, бэмбер. Бэмбер двигается с юга-востока, город будет. На севере тоже метка бэмбер. Ребят, я смотрю юго-запад. Пехоты миллион. По-любому Фолман писал. Он так в прошлый раз писал. Наш снайпер. Русские. Зашибись, я пойму, подтверждаю, слышу. Послушайте, да. А с севера выйти посмотреть? Ну, если есть возможность, то да, если нету сети. Ну, блин, ну, смотри, можно все хватить, смотреть, блин. Что-то я помогал. Нет, там гора, там гора. Сейчас выскочит. У всех. ГПшек у нас где-то с юга. ГПшек от нас на юг. Церковь, утверждение видел. Не знаю, наш что наш. Пока на севере уже два. Враг с востока. Если лапку уничтожим, смещаемся сразу в это к машине. Нет.
стоит, он лавку за ней уничтожит. Спитер готов. Спитер, ну как. Спитер, изготовит путь. К востоку, возможно, она проедет. Южная улица, нет? Сейчас будут дым отсекающий давать на северо-востоке. А на северо-западе. Ты видишь? Ты можешь на этаж спуститься ниже и будет. А рядом, уже рядом. А серии, возможно, где эти чуть восточнее лес. Есть попадание. Пехоты много идет с ней. Разрывной еще что-нибудь. ГПшки кого есть? Контакт север. Там пехоты. 4-3 точно. Чё-то страшное долго с вас. Это взорвалось в ПМПшке. Не-не, долго по нам. Может это свои там холмы по нам долбят? Не знаю, что мы здесь. Нет, это БМП долбят. Бронебойными. Бронебойными долбят БМП по верхушке дома. Когда, если пойдут по центральной улице, скажите. Так, вернее, по вам. Я имею в виду про, через парк вот этот, где брусчатка. Про взрывчатку не забудь тебя. Да. Ну кто там возле грузовика у меня-то? Варьер, ты, да? Каштан, да. Ну ты посматривай, просто там вот как раз взрывчатка. Если увидишь, будешь давить, я спущу ее, взорву. К востоку технику слышу. Типа БМПшки. Успел, успел. Шикарно. Ни одного выстрела не сделал. Да, бывает. Ух ты, ворона, там мясо какое идет. Кира знакомого вообще. Ворон прям там вообще. Ай. Нету ворона. Чего ворон. Духу не используешь? Как меня убил? Ворон. Отлично. Ай. Ворон. Ну ты там, блин, дал, там целое окружение прям был. Там вокруг тебя там кишило их просто. Где полчаса там летит? Двоих или одного? Ворон, ты меня убил, похоже. А, и жордан. Я в тебя стрелял, не знаю, попал. Я нашим, ну, примерно 5 или 7 сказал, чтобы сдвиг сделали. И угадайте, что. Не сделали. Блин, это... Откуда же вот почему Игорёк там синий? Блин, я не понимаю. Вот, смотри, двоих там стреляют.
ДШК своих обстреливает. Кто? Красные, они обстреливают аудиторию. С севера. Я же ему дал бинокль, блин, а. Бедная аудитория. Дымам еще свои не обстреливают. Вот Игорёк вообще хорош, блин. Сказал, что ты понял, что он там сидит. Никуда не высовывается. Идет БМП, ну ладно. Я ему говорил, где она? Ну, мы не проедем. Игорёк сказал, что, мол, мы ждем. Что лич подошел, ну пускай, да нет, в принципе, я ничего не говорю. Я думал, он раньше подойдет, выбьет, я ему. Пускай ждет, если. Мальборо, включите, Мальборо. Включите, там у него рядом русский. Причем закрылся внутри. А он выйти не может. У него там это закрытая дверь, он не может открыть ее. Они, наверное, еще разговаривают. Не знаю. Боже. В смысле, а почему выйти не может? А в этом не работает. С внутренней стороны. Только снаружи можно открыть. Да. То есть он закрылся и все. Да. Закрыться можно. Ой, ой, ой. Жесть. Убил себя, да? У нас есть такие пропасть как-то. Чего сделал по улицам ходит? Кто? Тевер по улицам ходит. А Волга где? А не важно. Залейте эту информацию. А, ну ладно. По скайпу. По да. Скайпу, да. Кто видел рекламу скайпа, тот поймет. Да. Свои что ли завалили? А, ну что ли? Неизвестно. Там почему слишком я много русских. Почему я прикрывал Игорька и прямо над ним стоял снайпер, и он его не убил? Ой, сколько потому раз, что Игорек заговоренный, а ты нет. Прям под ним стоит, я в него стреляю. Сейчас приедет она к нему, она едет к нему, вот просто. Ой, блин, они с ДШК снова стреляют. Снова аудитория, нет? Они убили, по-моему, его. Кто это там? Ранили аудиторию. Это аудитория, они убились. Имбецилы, сука! Боже, баранки аудитория. Кричат по... Они тебя два раза бесят, обстреляли. Идиоты, блядь. На второй убили уже. Да чё? Кто молодцы. Это меня убил? Какие молодцы. Да с ДШК севера. Сука. Кто? Ник. Творожок. Творожок. И короче, хана ему. А, я не понял, а откуда у русских ДШК захватили? Потому что захватили, да, по ворону. Да. Сказали же, свои, сука, несколько ДШК раз орут. Несли. Да, они нормально. Полчаса там это, вес этого ДШК и патронов падает. Ну что там Игорьку? БМП будет спускаться, нет? Да, боится. Савер, ну ты, блин, даешь. Вы сейчас видели, там на улице он просто давай. Офигеть. СКС тащит. Он что-то мин везде наставил, бегает. Угу. Нормально. Обменял. Нет, обратно. Игорёк, главное, чтобы не ушел оттуда. Он потому что БХ сделает, он не уйдет никуда. Я так понял, Волгу вы куда-то спрятали в нестандартное место. Да. А чё, все места посмотрел стандартные? Не, ну достаточно стандартная, туда его каждую миссию несу. Блин, я знал, что БМП там не дает. Ой, сейчас, наверное, это самый Игорь. Ты должен был услышать уже. Плохо видно. Нет, ну плохо. Не, ну я слышал, я ему говорю, он говорит, что он приехал. Он знает, что они там. Короче, я требую бана, все. За тимкил. Да, я тоже. За тимкил. И орут, сказали, свои подходят. Они, сука, лупят. А они слышали? А, они откликались? Просто сказал, что поняли. Ой, смотри, там птицы летают. Кто сказал вопрос? А, гос с ними связался, короче, они сказали, что окей, все, блядь. Собственно, на кого вышел, и вас там еще меньше останется, гады, и убил меня. Прикиньте, где уже стоят этот. Не валяшка где. Сетку этот. Поиграл. В тот раз ЗУ шатало тоже творожок или кто. В этот раз свои ушатали, нормально. Песни там вообще по всему городе.
Сука, метки ставил каждые 2 минуты специально для дебила. Ассасина, ты куда вылез? Ты не должен вылазить. Но... Я не вылез. Я был там, где надо. Ауч. Да, кстати, я... Я скорее всех зеленых убьют, тем мы Волгу найдем. Да, да, да. Ясно, сколько нас осталось. 5 человек. Чё, Паша? Как раз доказывает в миссии, что надо немножко, наверное, порезать и БМП заменить одну на БТ. А БХ-то что тут ничего не решает? Ну, вообще, да. Это чисто пехотная получается миссия. Конечно. Тут главное, как бы, в это... Ну, вы сделали правильно. Вы пошли в город скрытными, на холмы сильно не лезли, зашли просто в город. Все сделали правильно. Мы что-то пошли это, на самом деле, все по стандарту. То есть ничего нового там не было. Не, Паша, это ты в лесу сидел, короче, и мину, по-моему, ставил или кто? Нет, Север. Нет, Север. Михална, я, значит, дозор послал вперед, чтобы они проверили вот этот лес. Все, я вот сам сидел. Перед ними долины бегали. Я чуть обестрелились, потом кумбру убили. Ядер, красавчик. И потом зашел, и мне гранты закидали. Савер там на кого вышел, такой, и у вас еще меньше останется, падлы. Ты расстрелял там вас всех. Да вообще, с нескольких сторон сразу заходил, поэтому... Рай-нуклер сейчас. Сглупит, наверное. Нет. Не тебя. Ну, мог, да, попасться он в эту ловушку. А чё за человеческая многоножка в этом БМП? Сквозь нее посмотрите, там несколько человек просто друг другу снимают. О! Это где? Игорёк. Но... А выбил кого, нет? А, нет, теперь вроде один человек. А тогда, короче, выбил кого или нет? Непонятно, он в дом выстрелил какой-то. Нет, я там лежу. Там много людей было, там не валяшка сидел. Рядом с осетином лежит. Кстати, Блэк, просто я тебя убил или нет? Не знаю, по мне ты стрелял, еще кто-то с другой стороны. Как всегда, по людям с РПГ. Слышь, Гост, ты с этими стимаками говорил то, что... Ты я... С стимаками? Да. Стриж НГ. ГШК там своих реально. Нуклеир нормально ворвался. Нуклеир вообще это жесть просто. Я им дам поиграть. Поломал порядки. А вы наблюдали? Я еще жив. Ай, Кидмана убили. Сейчас придет в себя ей. А Кидман что-то побежал куда-то не туда. Ну откуда он знал? Там стреляли. Откуда стреляли, туда и бежу. Далеко-то отбегать не надо было. Игорьку надо вот как раз в жопу покрасить. Ой, блин, добили Лира. А Тима хотел, чтобы я нес ГШКМ. Я бы его убил. У него рядом этот, БМПшка ездит. Да, да, да. Полились, короче. Чё, всё это, давайте, ребят, где у вас Волга? Всё равно вы проиграли уже. Вон она стоит под зданием. Не скажем. Где она, интересно просто. Не скажем. Не скажем. Она в море. Под зданием? Каким зданием? В море. Короче, залагало. Она по текстуре провалилась, когда ее тащили. Ах, вы богоюзер. Бан всем, короче. Они бога-юзеры. В этой банде. Мы, короче... Ну я что, никого не убил, что ли, там? Потом мы нажали идти вдвоем, несли, по пути она под текстуры провалилась. На руках несли. На спине, короче. Ну мы толкачом хотели это. Что-то нас так много убило. Ничего, сейчас смотрите, все остались самые такие стойкие. Элита, блин, кто сзади всех шел? Да. Убитый каштан полностью и Игорёк с РПГ. А что если каштана сейчас убьют или Игорька, то все? У кого там ходить? Не помню. Все. Или они будут еще Волгу бегать искать? Да сейчас сколько там времени? Да руби, Паш, что, блин? Да какой руби? Люди играют. Пусть найдут. Ну. Да вы чё, прикалываете, затырили? Столько минут ждали. Бак. Только минут планирования ждали, чё? Тихо. Да, сейчас да, Игорёк да. Бомбанёт. Интересный. Игорёк. От себя. В текстуру такого не знаю, куста. А в кого он там долбанёт? Кого он там долбанёт? Он только по домам с людьми. Под каким зданием? Нету тут никаких арок ни хрена. Ну, если ты не видишь, то это твои проблемы. Продам... А я вижу, Волгу. Они смотрят в доме, слышь? Что за дом где? Короче, на Игорька наводишься и там в гаражике от него куда он... Короче, информацию сливать будут, я знаю, все. Все, да, слили.
птичьего полета сойду, где что за Игорек? Да ладно, это этот гараж, он открывается. А, понятно. Я никогда не додумался. В натуре. Кто спалил местонахождение? Я спалил. Он же текстурный. Бан, это багаюзерство, через текстуру прошел. Бан. Местонахождение, это был мой бизнес. Лол, я... они в этот засунули. А, все, вижу. Сейчас туда БТР залетает и все нахрен разносит. Если найдет. И всю красную сторону в бан. Не, Волгу никогда не найдут. Волга там будет сидеть. У меня есть идея еще одна насчет того, куда Волгу прятать. Все, я сейчас отпишу им, это похну, короче. Я в этом полк тут. На неделю. Да не, сейчас это. Мы победим, он еще одного убьет, да? Зеленого, да и все, мы победим. Там просто как. Ну, перед этим. Да, а Ек вообще. Внимание на Игорька, Игорек, Игорек видит это его. Тем более у него отдачи нет вообще. Да. Вообще читерство. Единственное, что у него оптика, вернее, коллиматор, он у него криволастый такой, да, слегка да. Бьет. Смотрите, на Игорька у тебя СРПГ будет, а нет. Ну. Будет. Зато я вообще сам... Он бегает рядом с гаражом. Тимак орёт, это типа их много, его убивают, и короче рацию выкидываю, иду в рандом. Я сказал, что они у меня. Ну вот, это Йода бегает. Я туда закинул пару гранат. Ой, Игорь, вот здесь. Вначале. Этому городу нужен новый Игорёк. Он БМП ждёт. Это сломался. Офигенно, он ждет БМП. Джордан, а вы метки на карте? Да, он ждет БМП. Он выполняет приказ, который был поставлен. Мы так перебили несколько раз. Это в твоей группе был? Да. Там знаешь, как было? Сейчас объясню. Там, короче, смотри, получается, церковь, да, была? И творожок говорит, типа, там свои, ну, то есть свои или чужие бегают, как бы. Я ему говорю, вроде свои, как бы. Он говорит, вроде враги. Я ему дал бинокль и сказал, все, тогда сам уже ищи и работай с этого дошипай. Все, как бы он там остался. Он нашел и отработал. А то, что сколько-либо не могут или как бегать, до него не дошло, нет? Ну, я не знаю, это надо его, у него спросить уже. Что там, свои, что ли, стреляют? Короче, я его убиваю в следующее. Я... То есть, Йода живет. И в бан, да, уходит? Да, лучше в бан. Или ему требую бан. Отомстил, да? Да. А за что ему бан? Он убил слабых. Да, метка стояла на вас. Раз. Да я метку на себя каждые 2 минуты. Вот я на своей метке сидел ровно. После каждого обстрела ставил. Меня ДШК первый раз обстрелял, я на себя метку поставил. К заправке подошел, вторую метку поставил. Выбегаю, бегу к домам. ДШК по мне херачит. Трид что-то знает. Трид зашел туда. Все, в бан. Вопрос. Все. Целинфу. Бан. Да, РМ слил. Я как раз Триджу в скайп написал. А, ну вот. Бам. Не, ну это бред. Это нечестно так. Кто слил-то? Как он узнал, если они не знают, что гараж открывается? Бан. И чё, гараж? Гараж открывается. Так он убежал из фонтана сюда. Я там шёл, смотрел. Я понял, что в гараже, потому что гараж открытый изначально. Нет, ну так он бежал вообще. Пам-пам-пам-пам-пам. Игорёк! Конце там БМП подъедет, и Игорёк её сожжёт. В следующий раз мы её туда засунем, откуда их не достанет никто. Нет, туда, откуда их не сольёт. Место есть, там не видно, я знаю, где место сейчас. Сейчас? Да, что же. Потом... Своего лучшего. Кто это? А, имя. Бывает. Ещё и тенки ловят, это вообще.